Всем привет! Представляем перфоратор Bosch PBH-3002FRE. Это бытовой инструмент мощностью 750 Вт. Благодаря энергии удара 2,8 джоуля он легко справляется с бурением и долблением бетона, камня и кирпича. Максимальный диаметр бурения 26 мм, а с коронкой 68. В безударном режиме можно сверлить древесину и металл. Скорость плавно регулируется в двух диапазонах. Рукоятка в форме скобы не дает выронить инструмент. Оснастка крепится в патрон SDS+. Система VarioLock позволяет фиксировать долото в нужном положении. Для сверления можно быстро установить сверлильный патрон. Кроме него в комплекте идут боковая рукоятка, ограничитель глубины, плоское зубило и кейс.